Йо, чуваки, всем здорово, с вами снова Атлантида. Сегодня будем разбирать такой бразильский фанк в стиле их фавел. Не знаю, я так вижу, то, что это очень похоже, то, что в основном они пишут у себя на фавелах. Давайте разбирать скика до последнего паттерна. Прямой кик. Типа снейры, бонги. Мелодия. Еще мелодия. Дальше, акапелла. Eu sou a dona Gigi. Esse aqui é meu esposo. И луп. Просто мелодии. И вот такая акапельная вставка. Ну, вокальная. Esse é диджей do baile, o mano tá galudão. По обработкам все супер просто. Параметрик EQ2 поднял низкие частоты. И вот на той вставке был Fruity Reverb и Fruity Delay. По мастеру висит параметрик, фильтр, софт-клипер, реверб, Pro Q3 и в конце сатурация. Теперь зачем параметрик, фильтр и находится вот тут? Вообще можно и реверб сюда отдать. Просто потому что это вообще идет для автоматизации. То есть это в самом начале для подготовки к дропу. Софт-клипер вообще можно по сути отсюда удалить, но пусть будет для красивого. Ну, я не знаю, пусть висит. Pro Q3. То есть после того, как софт-клипер сделал все свои дела, мы Pro Q3 еще и подрезаем вот эти частоты. Что-то мы слишком их агрессивно подрезали. Вот так. Чтобы на их фоне, получается, вот эти частоты и вот эти частоты казались громче. То есть, про это тоже, да, ой, про это тоже забывать не будем. Чуваки, сори, запинаюсь, заболел. Фабфильтр Сатурн 2 поднял низкие частоты, серединку чуть подрезал, еще поднял, чуть отрезал. Драйв на 1.5% поднял. На этом в целом все, чуваки. Давайте послушаем, как получилось. Не знаю, мне кажется, это получилось очень классно. Все, чуваки, супер простой проект, давайте теперь по классике канала еще немного поговорим и уже будем заканчивать. Вот и все, чуваки, проект получился супер легкий, супер простой, мне кажется, ну, его напишет даже младенец. В общем, чуваки, что бы я хотел сказать, ну, давайте немного таких мотивирующих слов, в общем, то, что, чуваки, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь делать что-либо, то есть... Если вы боитесь что-либо сделать, то есть вы уже проиграли автоматически, но если вы боитесь что-то делать и вы это делаете, то это всегда успех, это всегда круто. То есть вы, несмотря на то, что типа там будут многие против, да, там многие как-то не согласны с вашим мнением, а вы чувствуете в этом какой-то потенциал, вы попробовали, не получилось, хорошо, вы научились зато чему-то новому, вы поняли, да, например. То есть лучше попытаться и обосраться, чем
лучше сидеть и думать, блин, а вот если бы так, и потом сидеть об этом жалеть, короче, вот что я хотел сказать, чуваки. Поэтому, чуваки, что у вас есть, какие-то мысли, что-то вы хотите сделать, какие-то, ну, куда-то пойти, куда-то с кем-то пообщаться, кому-то что-то предложить, куда-то, какой-то сделать новый проект, делайте, чуваки, вас никто не ограничивает, то есть весь страх только в вашей голове, вас осудят, но на следующий день про вас забудут вообще и не вспомнят, и... Самое главное того, то, что вы это попробовали сделать. А так, чуваки, надеюсь, вы меня поняли. Давайте тоже с разговорной речью затягивать не будем. Да, чуваки, вы меня поняли, то, что не бойтесь рисковать, не бойтесь пробовать. Ну, в рамках разумного, конечно. И будете пробовать, будете все стараться делать, будете пофигу идти через чужое мнение, не обращая внимания на него, и у вас все обязательно в жизни получится. С кем-то хотели встретиться, поговорить, поговорите. Переступайте через себя, чуваки. Не надо держать свою гордость превыше всего, потому что гордость никогда до хорошего не доводила. Мы не в мире животных, чтобы решать наш статус или силу гордостью, да, там, типа, кто круче, тот и будет крутой. Типа, я к чему? К тому-то, что, чуваки, гордость вам не поможет. Лучше в моментах ее нужно отпускать, в моментах ее нужно держать. То есть, вот этот баланс тоже нужно прочувствовать. То есть с любимым человеком не надо делать так, что типа ваша гордость превыше, чем его интерес или что-то еще. То есть, чуваки, гордость тоже убираем, и тогда у вас все будет жизнь круто. Поэтому, чуваки, не боимся, гордость убираем, пробуем, стараемся, учимся на ошибках. Поэтому, чуваки, как сказал я не помню кто, иногда мы побеждаем, а иногда мы учимся. То есть мы не проигрываем, мы учимся, чуваки. Поэтому, чуваки, с вами был Атлантида. Всех обнял, надеюсь, до вас дошла моя мысль, что я хотел сказать. Всем всего самого наилучшего, чуваки. Всех обнял. С вами был Атлантида. Люблю, целую, приподнимаю.